депутатский запрос я делал губернатору, но параллельно с этим я сделал и запрос к главному прокурору города. В принципе, сам Месхиев, когда я ему в глаза, в лицо задал вопрос, я спросил, вы будете отвечать или мне сразу спрашивать прокуратуру? Он так бесцеремонно ответил, что да пишите куда, кому хотите. Качество мероприятия, которое проводилось в День Победы на Дворцовой площади, на центральной нашей площади, вот, он не соответствовал тому, что было заявлено и что было оплачено. Утверждение, что это совсем не так, и там другие деньги, и там что-то там. Вот этим сейчас вопросом и занимается прокуратура. Почему экспертные комиссии при Комитете по культуре выбирают компании неизвестные? Вот в этом я хотел разобраться. Меня попросила прокуратура 2 дня никому ничего не говорить. Ни прессе, там, ничего. Вот. Но тем не менее, я просто знаю, что был запрос в Москву по некоторым платежам, которые сделал Месхиев за проведение определенных, так сказать, мероприятий. Может быть, Полтавченко так красиво предложил ему уйти по собственному желанию, чем его будут выводить в наручниках из Комитета по культуре. Нас проверял и Комитет по финансам, и нас проверял, у нас была прокурорская проверка, я носила все документы в прокуратуру. Не знаю, что там они... Ну, во всяком случае, мне никаких претензий предъявлено не было. А та смета, которую опубликовали в интернете, там на 6 или на 7 миллионов, я не помню, где были только артисты, оформление и свет, где не было, ну, просто основного ряда позиций, где не было ни охраны, где не было технической зоны, ну, цены на артистов тоже там стояли, естественно, смешные. Приходом Месхиева, вот это я знаю точно, очень подробно читали сценарии. В финансовой стороне дела я общалась только с экономистами, естественно, с Дмитрием Дмитриевичем я никак не общалась.